Я снова на этом заказе. Надо установить последнюю дверку, которую я стойку забраковал. Пришла новая стойка. Примерно месяц ушел на все это. В общем, потому что двери делаются только под заказ. Нету складского варианта на этой фабрике. Только все под заказ. Также пришли недостающие доборы, наличники на порталы. В общем, спустя месяц возвращаюсь и доделываю заказ. Доделываю установку дверей. Вчера приехал немножко поздно уже. Где-то в 11 часов приехал, пока разгрузился, пока туда-сюда, уже, что можно сказать, обед был, установил дверьку, которую я закосячил-то, и поставил широкий портал на входную дверь. Наперел доборы на 3 двери, подготовил пазы, сделал все. Сегодня с утра установил доборы, установил большой портал в кухню, то есть в гостиную. Сейчас обедаю, и что осталось мне? 4 комплекта наличников установить. Приклеить остальные все наличники. 3 комплекта приклеить наличники, потому что я их запиливал, не приклеивал. Ну и 5 дверей просто заменить, замки переменить. Эти, то есть пришли новые двери, которые не бракованы, эти все стоят, которые они с браком. Пришли новые двери, их надо будет заменить, переставить. По идее, должен был магазин переставить двери, но привезли, бросили двери и все. Заказчика спросил, сами будете переставлять или мне переставить? Говорит, переставь, потом с магазином разберемся. Вот такие дела. Сейчас обедаю и доделываю. И уезжаю. Вот такие дела. Короче, попробовал я заменить одну дверь на новую. Сейчас обратно поставил дверь с браком. В чем проблема? Новые двери на 3 мм уже, чем старые. В общем, это дверь 80 сантиметров и 2 мм, а новая дверь 79 сантиметров и 9 мм. И плюс у них геометрия разная. Короче, все зазоры, все уходит, ничего не совпадает, и даже дверь плохо закрывается. Позвонил заказчику, он сказал, ставь обратно старую, пускай сами разбираются с магазином, с фабрикой. Вот такие дела. Так что не все двери взаимозаменяемые. Казалось бы, что там сложного? Открутил, прикрутил, поменял, опять открутил, прикрутил, поменял. На все просю, в специальное время засек, 40 минут ушло. То есть одну дверь снять, на другую поставить, дверь навесить и потом обратно это все вернуть. Так что это не быстро это дело.